Легкий коллекционный танк 6-го уровня Ровер. При продаже дадут 500 золота. Этот танк похож на Т-37, американский легкий танк 6-го уровня, только чуть получше. Посмотрите на него. Посмотрите про операцию, где можно получить легкий коллекционный танк 6-го уровня Ровер. Докладывает старший пилот Ада Мурзе. 4 октября 18.00 по Гринвичу. Расстояние до Земли 384 400 километров. Море спокойствия. 13-й день нашей экспедиции. Успешно прилунившись, мы начали процесс строительства научно-исследовательской базы Диана. Полученный на Земле пропуск дает доступ к исследованиям, в конце которых нас ждут великие открытия. Моя подготовка позволила добиться получения специальной лицензии. Она позволяет мне опережать план исследований, раз в неделю менять исследовательскую задачу и даже заниматься несколькими научными программами одновременно. Особый пропуск позволит совершить множество дополнительных открытий и даст возможность тратить ценные ресурсы экспедиции, чтобы продвигаться вперед в исследованиях. Он проложит нам дорогу к дополнительной исследовательской задаче в неделю и новым научным горизонтам. За перевыполнение плана на месяц Земля будет поставлять нам дополнительные припасы, в том числе редкую технику. Условия на Луне. Вакуум, пониженная гравитация. Открывают уникальные возможности для изучения экспериментальных покрытий. Однако командир Муншот больше всего гордится нашей мобильной научной механизированной платформой на бронированном шасси. Он уверен, что в кризисной ситуации ровер способен дать отпор любой угрозе. Хотите каждую неделю получать награды за прохождение прогресса клана? Тогда вступайте в кланы, где это будет возможно. Выполните только одно условие. Вы должны активно играть и будете получать все награды. Надеюсь, видео было вам полезным. Пока, маленькие и не маленькие танкисты.